Всем привет! Здесь мы собираем конструктор от Lemma Toys, и сегодня соберем корабль «Черное сердце». В набор входит клей, наждачка, нить, тканевые паруса, детали конструктора и подробная инструкция. На каждой странице в инструкции вы увидите места расположения нужных нам деталей. Каждая деталь в плашке пронумерована. Этот вспомогательный инструмент пригодится нам для извлечения мелких и тонких деталей из плашки. Для таких неровностей используем наждачку. Фрагменты, отмеченные крестиком, нам не нужны, их можно выбросить. На восьмой плашке вы увидите набор запасных деталей. Модель корабля собирается без клея, но клей может понадобиться при случайной поломке хрупких деталей или если вы захотите укрепить им некоторые этапы в сборке. Вставляя детали под номером 3 и 9 в деталь под номером 2, используйте нажим только в области отверстий.
Деталь под номером 20 гибкая и хрупкая. Будьте с ней аккуратны. Здесь также используйте нажим только в области отверстий. Обращайте внимание на направление засечек у деталей под номерами с 21 по 28, а именно засечки со стороны задней части корабля должны смотреть вниз. Засечки со стороны задней части корабля смотрят вниз. Thank you.
засечки со стороны задней части корабля смотрят вниз.
Обращаем внимание на отметки и расположение деталей. Эту деталь начинайте прижимать со стороны задней части корабля. Этот вспомогательный инструмент поможет нам удобно ухватиться за мелкие детали и вставить их в пазы. Особенно аккуратны с деталью под номером 49.
сначала просуньте ствол пушки в окно, а затем вставьте деталь. Остальные пушки вставляем по аналогии. Обратите внимание на расположение детали. Убедитесь, что это отверстие направлено в нужную сторону, а затем продолжайте сборку. Обращаем внимание на отметку и расположение деталей. Thank you.
обращаем внимание на номер детали. Обращаем внимание на расположение деталей.
обращаем внимание на отметки. Остальные пушки вставляем по аналогии. Мне захотелось укрепить детали под номером 65, чтобы они держались крепче. Таким же образом вы можете укрепить детали под номером 64. Обращаем внимание на расположение деталей. Завиток перил должен быть внизу лестницы.
Детали под номером 93 сначала вставляем в деталь под номером 41, которая находится внутри. Остальные пушки вставляем по аналогии. С другой стороны делаем то же самое. Остальные вставляем по аналогии.
другой стороны делаем то же самое. Здесь мне также захотелось закрепить якоря на клей. Обращаем внимание на направление деталей.
Эту страницу вырежьте из инструкции. На ней с двух сторон указаны условные обозначения узлов и линейка в сантиметрах. Этим листочком мы будем пользоваться до конца сборки. С помощью линейки отмеряем 45 сантиметров. Концы отрезка нити можно подпалить. Thank you.
используем третий вспомогательный инструмент, которым удобно захватить нить. С другой стороны делаем то же самое. Чтобы номера парусов были виднее, можете подложить под ткань белый лист. Будьте аккуратны с парусами, чересчур сильно их не затягивайте.
Обращаем внимание на то, что нить не должна болтаться, а должна быть немного натянута.
Повторяем узел с деталью под номером 130. И здесь повторяем узел с деталью под номером 130. Обращаем внимание на расположение детали.
остальные петельки продеваем по аналогии. То же самое делаем с другой стороны. Обращаем внимание на то, что детали с наклоном должны смотреть в свою сторону. Thank you.
другой стороны делаем то же самое. Подвязываем мачты так же, как мачту под буквой С. Thank you.
Чтобы было удобнее зацепить нить, достаньте деталь, которая находится между колоколом и мачтой, а затем вставьте ее обратно. Здесь также обращаем внимание на то, что детали с наклоном должны смотреть в свою сторону. Thank you.
стороны делаем то же самое. Обращаем внимание на расположение парусов.
Если вы случайно сломали деталь, вы можете ее склеить. А также, если вы случайно порвали сетку из тканевых канатов, то вы тоже можете ее склеить. Фиксируем флаг на засечках. Готово! Мы только что собрали невероятно красивый пиратский корабль «Черное сердце». Модель настолько детализирована, что ее можно рассматривать снова и снова, представляя, как обезьянка прыгает по канатам. При желании корабль можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!